Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Huawei Mate 20. Это не прошка, это не лайт, это средняя модель, это настоящий флагман, не дешевый. Месяц назад даже чуть больше у меня вышел на него обзор. Я по-честному с ним походил месяц, он был у меня как основной телефон. Но справедливости ради, у меня два основных телефона. Это Xiaomi Mi Mix 2S, который я недавно купил из китайского магазина. Обзор будет чуть позже. Там есть свои большие проблемы, например, Mi Mix 3 я до сих пор так и не получил, китайцы меня обманывают, но об этом речь в следующих выпусках. Но Mi Mix 2 за полцены я урвал. Что касается обзора Mate 20, я не буду в этом обзоре сейчас перечислять все характеристики, я отмечу просто опыт использования и в том числе расскажу, меня периодически вы просите рассказать, как качество связи, я этого понять не могу. Может быть, потому что все телефоны, которые я тестирую, абсолютно одинаково ведут себя по этому параметру. То есть я замечательно слышу собеседника, собеседник слышит меня, везде все берет. Если, скажем, я еду длительную поездку, там минут 40, то в одном и том же месте, где мало вышек, абсолютно все телефоны связь интернета теряют, в том числе и этот. В остальном могу отметить, что качество связи очень хорошее. Кроме того, когда я делал обзор, я не замечал такую вещь. Ну, невозможно проверить абсолютно 100% функции телефона. Стараюсь, ну как могу. Это когда в режиме громкой связи, то есть возможность направить микрофоны на себя или от себя. То есть такая фишка, которая может пригодиться. Но я громкой связью без наушников просто не пользуюсь. Один раз просто случайно включил с сыном, когда разговаривал, наушники было лень доставать. Достоинство телефона, безусловно, это наконец-то, я уже высказывался в прошлых выпусках. Если для вас это важно, это, конечно, ерунда, но все-таки нафига тогда мощные процессоры, если в них не играть? Еще одна схема применения, это качать, не знаю, там огромное количество файлов, либо делать математические расчеты, либо майнить что-нибудь. Но я подозреваю, что кроме игр, использовать мощность телефона мало кто по-другому использует. Так вот, 980 Kirin. Это офигенная штука, и в игрушечке типа PUBG Mobile, типа World of Tanks, наконец-то по сравнению с 970-м, прогресс, большой прогресс. Телефон работает стабильно, и самое главное, я несколько каток в PUBG Mobile гонял, у меня здесь она установлена, на высоких настройках ничего не провисает, не тормозит, как и должно быть, наконец-то, браво Huawei. Разъем для наушников. Mi Mix 2S. Я думал его брать летом прошлым, он был у меня около месяца или полутора, но в итоге из-за того, что несколько раз я попадал в ситуацию, когда меня дико раздражало, хочется послушать музыку, но не хочу я слушать беспроводные наушники, они у меня есть. У меня есть хорошие, достаточно дорогие проводные. Сейчас я с этим тоже столкнулся, скорее всего, я его продам, несмотря на все достоинства, несмотря на 845-й дракон, но здесь... В Mate 20 разъем для наушников есть. Кроме того, есть FM-радиоприемник, но буду с вами честен. Лет 5 назад я его слушал, сейчас я практически перестал. Иногда включаю ретро-FM, но буду честен. Сейчас для меня это уже не так важно. Телефон сам по себе красивый, какая-то фишка, опять же, вот кнопочку немножко другого цвета сделали. Но вот это вот стекло, вот это глянцевое, марка, скользковатое. Если бы не бампер в комплекте, бампер, конечно, простейший. Опять же, я не планировал делать сравнение с Xiaomi, например, но Xiaomi, он кладет реально хороший бампер, приятный и качественный. Mi Mix 2, он такой же мерзкий, в том плане мерзкий, как и Huawei, как и большинство современных телефонов, он очень быстро пачкается, он скользкий. Но Mi Mix 2S, у него хотя бы бампер действительно качественный, который можно и за 1000 рублей купить. Здесь спасибо Huawei за то, что бампер положили. Он простейший и, конечно, скрадывает красоту телефона. А телефон, опять же, красив или нет, каждый решит для себя сам, потому что тут есть доля субъективности. К этому модулю 4 камер я уже привык, он как-то меня не раздражает. Но вот этот белый, конечно, светодиод, вспышка, она... Так, да, кстати, на всякий случай, запись телефонных разговоров по умолчанию здесь нет. Если для вас вдруг это важно, иногда в обзорах тоже спрашиваете, есть или нет. Оболочка. Я не стал здесь уже ничего сверху ставить иного. Я пользуюсь оболочкой, которая есть. Вот этот месяц, даже полтора, он у меня с начала декабря. Обзор снимается в середине января 2019 года уже. То есть я практически ничего здесь не менял. Единственное, я скрыл этот дурацкий вырез. Теперь я о нем практически не вспоминаю. Видно его только когда вот уведомление вот здесь вот иногда, что вырез есть вообще каплевидный. Лучше бы его не было, и слава богу, вроде ума хватает у производителя. Они начинают уже разрабатывать телефоны, как раньше, без вырезов. Толку, ну, понятно, есть люди, которые будут писать, что мне вырез нравится. Гуд, все люди разные. То есть я его скрыл, я о нем не вспоминаю. Экран 6,5 дюймов по экрану. Это не ложечка дегтя, но сравнивая ни в коем случае не с AMOLED-экраном, у меня есть Pixel XL большой, который я себе купил. Второй раз уже я его покупаю.
Вот, как фотоаппарат в основном. И фишки Android смотреть. Не сравнивая с AMOLED, но сравнивая же с этим Mi Mix 2, если бы каким-то другим телефоном. Как ни странно, вот на тестовых файлах у меня одни и те же картинки, все вроде классно. Но чуть-чуть вот столечка черного цвета не хватает. Не знаю почему. Это не придирки, не из-за того, чтобы вот телефон, безусловно, мне понравился. Я с чистой совестью его советую тем, кто хочет его взять. Телефон я взял на время. Телефон я отдаю обратной компании Huawei. Денег я за этот обзор не получаю. Ну, для тех, кто думает, что меня заваливают деньгами. Не настолько я большой, чтобы... Вот. Но искренне, вот этот телефон реально классный. Реально классный. Стоит он, конечно, дорого. Huawei подобралась вплотную и борется на том же рынке, где Samsung, LG, HTC. Но если HTC и LG уже такие становятся бренды, но не будем о грустном, как и Sony, кстати, тоже не слишком хорошо себя чувствующие, то борется с Samsung на их же поле. Apple ушел абсолютно неадекватно в стоимость вверх за тот же самый телефон с теми же составляющими, просто за счет маркетинга, за счет логотипа яблока берут там лишние 30, а то и 50 тысяч. Но речь тоже не об этом. Если вы располагаете суммой в районе там 40-50 тысяч рублей или чуть больше, что, безусловно, очень много, черт, это несколько зарплат средних по России, ну или одна хорошая зарплата, и вы хотите хороший телефон с реально с очень крутой батареей, которую хватает на 1,5-2 дня растянуть можно, с активной сим-картой, с 4G, с Wi-Fi, со включенным GPS, это очень круто. Это один из самых, он лучше, чем Mi Mix 2S работает в плане батареи. С хорошей камерой, которая практически не отличается ни от Huawei Mate 20 Pro старшего брата. С AMOLED-экраном. Ни с P20 Pro. Практически она такая же. Есть и диафрагмы, можно поиграться. Зум особенно хороший, двойной. Приближение очень классное. Всякие фичи, много всего. То классный, реально классный аппарат. Добавить мне про него больше нечего. Если хотите больше технических характеристик, то можете либо посмотреть, ссылка под этим видео на цену этого актуального телефона, Яндекс.Маркет и характеристики, либо, если у вас есть время и желание, можете посмотреть мой обзор на этот телефон. Я его назвал, почему я протащился от Huawei Mate 20 именно. И еще раз повторю, обалденный. Для меня важно что? Для меня важна батарея, экран. Для меня NFC, кстати, не важно, я им не пользуюсь, но оно здесь есть, если для вас это важно. Экран, пусть там я ему дам не 10 из 10, как должен за эту цену, это настоящий флагман. Дам ему, наверное, 8,5, потому что черного иногда не хватает. Те же сцены, те же фильмы на Mi Mix 2S немножко получше. Сравним опять же с IPS, не с AMOLED. На AMOLED черный цвет будет еще лучше. Я даже не знаю, что ему сказать, ребят, чтобы вот какой-то минус. Все очень хорошо. У китайцев получилось. Реально получилось. И это первый раз, я такими словами не разбрасываюсь. Помните, когда про Meizu я говорил, что мне впервые захотелось Meizu купить, когда Meizu 15 вышел. Первый раз мне захотелось купить Huawei. Ну извините, за 45 я сейчас не готов покупать. Совершенно. Поэтому телефон я отдам с неким сожалением, конечно. Себе я, повторюсь, заказал Mi Mix 3, который эти пандау засранцы... Уже 1,5 месяца динамит, левый трек, ничего не отправлено, поддержка бессмысленная, только пишут о том. Но, с другой стороны, я получил за полцены Xiaomi Mi Mix 2S, я получил электродрель, я получил Amazfit Bip часы, на них тоже могу обзор сделать. И еще Honor 10 прихватил, ну что за 12500 не взять? Ну все, халява там кончилась, а то подумайте, что реклама. И судя по всему, больше не будет. Ну я расскажу ситуацию с Mi Mix 3, потому что мне обидно, мои 25 тысяч просто заморожены, их забрали и взамен меня кормят завтраками. Я надеюсь, что он ко мне придет. Ну не придет, вернут деньги, но все равно это будет очень неприятно. Ладно, такой... Чуть ли не в режиме влога получился, наверное, даже не то, что прям обзор, как будто телефона, отзыв. Но итоги, вот окончательно. Офигенная батарея, одна из лучших на рынке. Реально, очень хорошо держит заряд. Офигенная производительность, наконец-то. Это, конечно, не 845-й дракон, но очень близко к нему. Я бы, как уже и говорил, сравнивая, ну, чуть помладше, с 835-м, может. Ну, неважно, очень классно стало. Экран с некими изъянами небольшими, но все-таки... Что еще?
Да все, наверное. Да, кстати, я еще один выпуск планирую, потом будете писать, Давид, там, тем более ты себе лазерную коррекцию, операцию на глаза делал, можно ли тебе до конца верить. А, имею в виду что? Я расскажу о том и советую вам сразу, ставьте ночной режим всегда по умолчанию. Я это начал делать недавно. Черный цвет я заметил на обычном режиме, не в этом, что здесь не такой и хороший. Но в последнее время я на всех своих телефонах, у меня их несколько, по умолчанию всегда включил режим теплого цвета. Излучение меньше синего, глаза меньше устают. И знаете, глаза действительно меньше устают, особенно если ты время много проводишь в дороге, например, за телефоном. Ставьте, не жалейте. Жалейте свои глаза. Вот мой совет. Мое субъективное мнение с включенной функцией вот этого теплого цвета лучше. Глаза меньше устают, они практически не утомляются, после даже если ты долго на телефоне читаешь. В общем, ребята, кто владеет этим телефоном, обязательно отпишитесь, хотя бы несколько слов про именно Mate 20. Я не советую вам брать прошку, несмотря на то, что оно вроде как круче. Многие писали о браке экрана, который там есть. Я его не заметил, она до сих пор у меня, я ее еще не отдал. Нет там брака в моем экземпляре. Она водостойкая, здесь водостойкости нет. Но переплачивать еще там 15-20 тысяч совершенно бессмысленно. Вот. И еще бампер к нему такой хороший, как вот у Xiaomi или какой-нибудь купить там, какие бренды там, Nilkin или еще что-то хорошее делают. Купить красивый бампер и будет вам счастье на несколько лет вперед. Браво, Huawei, что могу сказать. Реально красавчики. В 2018, надеюсь, в 2019 нас не разочарует. На этом у меня все. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Не нравится — дизлайк. Но лайк, конечно, лучше. Подписывайтесь на канал, всегда много интересного. А следующий обзор будет на электронную книжку Onyx Book Cesar 3. Она простая, она без обложки, она без сенсорного экрана, зато с большой батареей. И опять же есть настройка цвета. То есть опять же можем прибавить желтого цвета, убрать синий. Такого раньше не было. Ладно, на этом у меня все. Счастливо.